бесконечно. Давай 250 один. осталось. Давай один на один. Давай. Реально говорю. Я реально говорю, давай. Погнали. Только ты поддавайся. Хорошо. Хорошо, не буду. Какой один на один? Давай хотя бы 2 на 2. Мы хайпим. А, давай тогда. Хайпанем немножко. Короче, сначала Азам выигрывает 4-3, потом Азам проигрывает 8-0. А потом Акулак выигрывает. Потом походит Вова стример и выигрывает вас 1-2. Представь, что я Вова стример. Бля, я если я представлю, что ты Вова стример, я тоже проебу. Я, короче, начну рыть. Бля, нам надо было обратно ролик, бля, не так, бля, сейчас все хайпить будут. И мы, мы понимаешь, что ты, мы с тобой не сейчас не хайпанем. Мы бы хайпанули, если бы мы на ролике играли. Блин, можно ролики за это сделать? Да все уже тут, блядь, они уже делают. Можно, пожалуйста, чекать мой ролик, я буду рад. Можно будет? Почему нет? Посмотри, что за ролик у тебя. Кира отходит против него. СНС кручил. 3-1 выиграл против Волга. 3-1 выиграл, начали греники. Им пишут. А мне пишут, он руинит постоянно как-то. Руин пишет, я не понимаю, что значит руин. Это типа портит игру. Портит игру. Что, вы играете или что делаете? Комус вы ебали? А, не уже ебали. Сейчас там будет 30 часов. Рашка, часов. Чтобы было интересно, чисто в тело убивайте. Голову убить любой босс может. Я ж как буду делать? Чисто тело. Чисто тело по одной. Хорош. А нам тоже согласен. Что, на две стрепы, что ли? Сандуков, играть? Привет. Да, вроде бы. Стенку купи, ахи. Стенку купить? Да. Ты что, взял? МП5. Не, МП40. Шучу, двухстолку взял. У Алексом сенсор. Давай после этого хотя бы 2 на 2, 3 на 3, так. Бля, я вообще игрокам обещал, бля, комнату. Бля, чё давай, тащи, я зам. Сейчас выпрыгиваешь и голову даю. Не, не советую на меня прыгать. Сам себе. Давай! Давай я эту песню хайлайтер урока включу. А подожди, бля, брат! Бля, у меня ни Келли, ничего нету, брат. У меня, блядь, я забыл поставить это. У тебя Келли есть. Ни Келли это, ни Молка, ничего нету. Я вообще ничего не знаю, даже урон прошел, не прошел. У меня вообще ничего нету, бля. Я просто это стандартными персонажами играю. Да чем ты без нас урон прошел? С дигла одна тыка в голову и все. С двух столки одна тыка в голову и все. Проходишь же урон. Не, мне надо обязательно персонажа поменять. У меня стенка не поставилась. Давай поменяй. Не, доиграем, потом поменяю следующий карту. А, ты 4 раунда поставил? Да, да, да. Ладно. Валайкум ассалам, чат, добро пожаловать. Тем! Теперь ему 2 раунда отдай, чтобы он, короче, с тобой до утра не играл. Мыслим, до утра мы и так... типа не отыгрываться? Да, он, короче... Да он может, он специально мне, блядь, сливает. Ну, сюда 2, да, тоже играем. До 2 часов. Не-не-не, он будет, короче, если 2-0 будет по комнату проигрывать, он скажет, до 3 играем. Потом до 5. Ай, хорош! Тигр! Уф-уф! Уф-уф! Чё дал?
Эй, голову дал, ничего себе. Бот голову дал, да? Ебал, у тебя лицо было, когда голову дал. Радовался? Да, а как будто каждый день так делает. Долбоёб, я каждый день так делаю, бля. Твоего Дони, блядь, которого ты говорил, лучший игрок, блядь, разъебал 4-0, блядь. Пиздец. Санса, уалы. 4-0 твоего любимчика выиграл я, блядь. Не, он, это, короче, прыжки, прыг-скок, это. Бля, почему никто не говорит о радости трэшера, когда он у меня убил два раза, блядь, улыбался, блядь. Об этом никто не говорит, о моей радости говорят. Я когда ты убил, улыбался. На вас неинтересно смотреть, я бы на Вову стримера посмотрел бы. Ну, хорошо играет, лучше. Интересно. Да, а я стрим смотрю, когда он один на один чисто играет. Очень угарный. Охренеть, что ты делал, Азам? Я на него побежал. Он носу ковырялся. Не верьте ему, он не бежал на меня. Я не топ игрок, но может быть один на один. Да бля, я бот, видишь, я же не СНС. Вот поставьте, короче, чисто со скалером играйте 500, чтобы так интереснее. Это одна пика и все. Ставлю, что Азам камбэкнет. Ну, это уже заранее было известно. Давай камбэк, Азам. Давай, давай, Азам. Ни слова никому. И мало не валится. Она вообще соседит. А если фул куда он не залетел? В смысле фул куда ты ему с тела 8 хп дал? Долбоёб, посмотри, пожалуйста, бля, полный фул куда. А, да, теперь видел. Я не гений. Я компьютер. Давай, давай, Азам, зажимай тело. От зоны встречаю, Азам. Хорош! Дал голову? Блин, у меня не летит. У меня тоже не летит. Тело задержал, что ли? Да. А, хорош, молодец. Как ты учил? Да. Карков. У меня вообще не летит, это что такое? Да потому что пингует, короче. Автоприцел не работает, что-то. Не, пингует. А, мне кажется, на, пингует. Мне кажется, он этот полный контроль делал, типа прикалывается. Да. Не, у меня автоприцел не работает. Не-не, он полный контроль. Не, а почему если ты полный контроль сделал, если он урон прошел по мне? Да ты, бля, мансуешь лево-право. Какой мансуй? Короче, он въебуется, типа, да? Типа въебуется. Нет! Ладно, давай повъебуем, давай повъебуемся, брат. Давай ставь, бля, давай катку полно прицелить. Я знаю, Азам, ты знаешь, он со второго раунда с тобой в полном контроле играет. Не второго раунда, блядь. Не, я посмотрел, с второго раунда в полном контроле играет. Хорошо. Не летит у меня, брат. То же самое. Хромиси, становись сюда. Не летит у меня, брат, вообще не летит. Кус Аллаха мне летит, ничего. Да это, короче, если у тебя типа, ты перезагрузил интернет? Не, ничего. Как я перезагружу, у меня стрим идет? У меня вообще не идет игра. Кус Аллаха вообще не идет. Я не знаю, что за фига. И мат-то тело, короче, убивает. Я не знаю, не летит у меня. Что я могу сделать, бля? Не летит у меня, бля. Сейчас ты голову дашь, ты официально лучший игрок, короче. Ну, короче, до Вова тебе далеко, конечно. Вчера он тебе сунул три раза вроде, подряд. Ты долбоёб, что ли, какой-то три раза подряд? Да он поддавался, ты не видишь. Я его 3-1 выигрывал, бля, хуй узнает, бля. 4-3, блядь, проебал, блядь, чё-то, выиграл 4-3. Да. Он тебе поддавался до 3-1, потом камбэкнул тебе. А продолжение увидите в видеоролике.
Так мне интересно, если игра, надо было играть полностью. О, а зомби камбэкнул! Ей! Ей, говорили же вначале. Хорош, Азам. Бая. I played it innocent, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless.